ароматная и хрустящая, соленая, но со сладким привкусом. Зимой королевой стола становится соленая капуста. С какими только добавками не делают ее искушенные хозяйки, но классикой считается капуста с клюквой. Зоя Казанцева солит капусту по старинному рецепту, который передается в ее семье от поколения к поколению. Приходит зима, морозы, холодно. Папка с мамой открывает погреб, берут ведро, достают эту капусту. Нас было вначале трое, уж потом после войны двое. Мы ее ели как вместо сахара. Она такая вкусная, сочная, не замерзшая, особенно пластики. Жительница Пласта Зоя Казанцева к 80 годам капусту освоила немало рецептов засолки капусты. Но мамин, признается, она самый лучший. Есть только небольшое современное отступление. Используются не деревянные катки, а эмалированные ведра или стеклянные банки. И здесь главное – выдержать старинную технологию. Ну а сейчас мы посолим капусту по рецепту моей мамы. Нашинкуем капусты. Вначале нашинкуем мелко, потом нашинкуем ее, нарежем пластиками, сложим в банки и мелкую перемешаем с клюквой, заложим пластики, заложим капусту и снова мешаем мелкой и также продолжаем до конца. Также с морковкой, также все пряности. Вот таким путем утрамбовываем, укладываем. И вот у нас наша клюква. Клюква, она нашу капусту и украсит, и даст ей витамины, и будет капуста очень вкусная. Она очень полезна для капусты. Все ингредиенты Зоя Казанцева складывает уже просто на глазок. Приноровилась за многие годы. На трехлитровую банку идет вилок капусты, одна морковь, стакан клюквы, по ложке соли и сахара и, конечно, чайная ложка укропа. Через 5-6 дней хрустящая капустка готова. Хоть в подпол на зиму, хоть на стол гостям. Есть капуста, на столе не пусто. Алена Чеплыгина, Наталья Радько, Сергей Милютин, ОТВ.